Всем привет, проверка звука. Поставьте плюсики, пожалуйста. Да темы особо никакой нет. Опять вопросы-ответы. Народ летом трудно собрать. Может, чем-то я пригожусь. Так, звук есть, отлично. Тогда минутку подождем, народ, да начнем. Если есть вопросы, давайте. Я там смотрю, у нас есть горячие темы опять. Притомило, конечно, все это дело. Ну, если будет интересно, я свое мнение расскажу. А так, в принципе, по работе просто, что надо, какие новости расскажу, что знаю. И, соответственно, отвечу на вопрос. Обо всем и ни о чем сегодня тема у нас. Так, отлично. Несколько человек уже есть. Можно, в принципе, начинать. Давайте тогда начнем с вопросов. Может быть, как раз в процессе я и отвечу. Да, я тоже думаю, начинать стоит. Единственное, я по новостям, что мне приходит в голову сразу, это по предыдущему лайву мы рассказывали по смену оси на у товара. Насколько я понимаю, это актуально для тех, у кого товар завис, и у тех, у кого товар забанен. Ну, то есть, в принципе, тоже завис, просто в другом виде. Вот, взяли мы на эксперимент, то есть, у одного человека товар, который мы консультируем. Вот, все нормально получилось, без проблем, в течение 2 часов перевели. Вот, ну, будем набирать статистику. Это очень, я считаю, важный момент. Вот мне что обидно, действительно важные вещи очень слабо или очень мало обсуждаются. А это действительно очень серьезный инструмент, вот, который поможет решить много проблем. Потому что если не забанен у вас аккаунт, листинг забанен только, можно спокойно его перенести на другую осину и спокойно продолжать работать. Причем перенесли осин с отзывами. То есть никаких проблем оказалось, никаких проблем не было. Вот. И сделалось достаточно все быстро. По поводу безопасности вообще вот этих всех дел есть много моментов. Я могу сказать свой личный опыт. У меня под Новый год такая ситуация была, я в инвентаре менял цену, и у меня также поменялся осин. Сначала я, естественно, не понимал, просто там несколько дней в агонии бился. Вот, я не понимал, что происходит. Но, конечно, в итоге я разобрался, и получилось так, что мне присвоили новый осин, туда перенесли полностью листинг, текст, фото. Не помню, киворды. Ну, наверное, листинг, то есть и бэкэнд тоже. Не могу сказать сейчас. Но могу сказать точно, что все отзывы остались на... Все отзывы, вся история, кипа и все остальное осталось на старом осине. Вот, и я бился за то, чтобы мне вернули, ну, мне отдали киворды, ой, киворды эти, отзывы. И 2 недели меня полоскали, и 20 декабря, как сейчас помню, мне только открыли осину и вернули все назад. Ребята научились, и, кстати, ну, естественно, кто мне деньги вернул там за то, что я продажи потерял, помимо продаж я, естественно, потерял, ну, даже абонентскую плату, например. Никто, естественно, мне ничего не возвращал. Вот, ребята делают, в принципе, то же самое. Только они научились этим управлять. Вот и все. Вот это вот в группе никто не обсуждает. Я вот смотрю, ну никому это не интересно. Интересно всем, как будем продвигать. Я, может быть, слишком резко там отзываюсь, там еще просто я
никогда не любил там индусов или еще кого-то. Это просто один из способов, там, один из кирпичиков и все. И когда начинается тут, я не понимаю, с утра до ночи об этом писать, мне это бесит, если честно. Вот только вот одно и то же, тупой вот этот поднятие в топ. Я не знаю, как вообще. Мне, конечно, сложно сказать. Я работаю, естественно, не так много людей знаю. Ну, ё-моё, не один же этот вопрос. И далеко не всегда дает результат этот в топ. Там вывели, ну, вывели вы, и что дальше? Ну, что дальше-то делать? Надо все делать в комплексе, чтобы у вас, начиная от нормального товара было, заканчивая там тем же этим же продвижением. Когда у вас есть там, я не знаю, 60 продаж, и вы сделали 160. Вот это круто. А когда мы разговор идем, у нас ноль, и мы хотим в топ выйти, чтобы что-нибудь распродать, это такой вариант именно для того, чтобы слить товар. Но когда у людей нет такой задачи даже слить товар, и он там 10 продаж делает в день и мечтает сделать 15, вот этими ухищрениями там все что-то лазают, ползают, там все консультируются, все что-то делают. Меня это действительно раздражает. Потому что очень много тратит таких людей времени, и очень много, вот я смотрю, вот эти посты бестолковые, именно вот об этом, вот об одном и том же, об одном и том же, об одном и том же. Вот. Тем более второй момент. Если честно, кто-то на этом зарабатывает денег. Ну, сами понимаете, кто. Вот. Ничего здесь такого нет, нормально. Вот. Ну, получается просто это вот чистый пиар, 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 пиар. Я не знаю, кто это запускает, распускает и все остальное. За это немножко раздражает. И я, и вот сегодня как раз мы с Игорем по этому поводу поговорили, я ему как бы по этому поводу все рассказал. Из-за этого, если есть какие-то претензии, вопросы, я всегда готов, вот, лайв, все что угодно, никаких ограничений нет. Каждый говорит то, что считает нужным. Ну вот, вот, в принципе, по этому поводу. По поводу осинов я тоже рассказал. Есть еще один маленький момент, но мы не знаем, хорошо ли это или плохо. Не сделали с вариациями, а сделали просто. То есть на данный момент существует два листинга параллельно. И продажи идут в двух листингах параллельно. Ну как, так как тот листинг достаточно был слабенький, там продаж особо не было. Вот, а новый осин, вот мы сейчас его заново будем продвигать, так скажем. То есть вот такие вот вещи фантомные у нас уже возникают. Ну не знаю, будем разбираться. Это вот именно лаги, мы так понимаем, Амазона. Вот, но будем разбираться дальше. Никто не призывает. Можно было, в принципе, тоже провести какое-нибудь мероприятие, продать технологию, и потом у людей ничего не получится, у основной массы, естественно, потому что там не так все просто сделать. Потом это продавать, именно делать услугу. Мы пошли путем делать услугу просто. Вот и все. Потому что эта услуга действительно очень-очень нужна и важна. Вот. Но это на мой взгляд. И она действительно, так скажем, ну не знаю, короче, я не понимаю. То есть, когда об одном все время говорят, а о другом нет. Это какой-то для меня бред какой-то. Так. Давайте, в принципе, по новостям все. По осину я хотел сказать, по продвижению хотел сказать, все сказал. В четверг будет у нас лайв. Думаю, интересный. Приходите, пообщаемся, зададите вопросы. Вот, будет интересный разговор. Ревью группы дать скидку 99%. Леонид, я не понимаю, что такое. Я купонами перестал пользоваться с начала октября. Из-за этого мне купоны не интересны, в принципе. Выкупает у вас весь склад, выкупает у вас по одной штуке, вы ограничения поставили в листинге, мне это не интересно. Я не занимаюсь купонами, Вералинчами, Зонбластами, потому что когда они это делали, когда был форум номер один в прошлом году, и Зонбласт рассказывал по большему счету себя рекламировал. Ну вот, в принципе, мы вообще были абсолютными новичками, и за какой-то месяц я, в принципе, смог продавать сам, без помощника, без ничего, те же Facebook-группы, рассылки и все остальное, ну, десятками. То есть у меня максимально было до 50, там около 40 раздач в день. То есть я реально очень много раздавал. Да, вымывается рано или поздно во всех Facebook-группах одни и те же люди и так далее, но как бы ни было. Но платить какие-то там невероятные деньги, они точно этих денег не стоят. Ну вот, сейчас я не знаю, там кто по купонам раздает. У нас есть группа как бы по ревью, там достаточное количество людей. Ничем не хуже, чем по купонам раздадите. Те же самые дропшиперы у вас и купят, если уж на то пошло. Потому что октябрь, ноябрь, кто помнит, кто активно все это раскидывал, ну, в первую очередь, сентябрь, наверное, август, все одни разговоры были, вот ко мне опять я раздал товар, опять присоединился, вот сейчас он продаст, я не могу рекламу изменить, там сделать в байбоксе, у меня сидит мой покупатель, я его задушить не могу, потому что он нам перепишет, плохой отзыв напишет. Вот, только об этом разговоры были. Из-за этого, если говорить, то уж лучше органический выкуп сделать.
Какие бы ни было умы заключения, что бы ни придумывали, все равно Amazon будет с этим бороться, кроме одного. Это органическая покупка. Это фактическое действие. Все остальное – это обман. Все вот эти вот, что я сегодня читал там по SEO, там правила SEO, туда-сюда. Нам то рассказывают, что Amazon – это по-другому, то вот так, то вот эдак вот. Если все такие грамотные, занимайтесь внешним трафиком. Все же все знают, все умеют. Что-то я ни одного человека, ну я еще ни одного не встретил, кто классно начал продавать через внешний трафик. Даже лендинги не мог никто осилить. Зато все спецы, все знают, как работает SEO, как все работает. Но что-то никто не лезет на внешний трафик, потому что силенки, наверное, не хватает. Вот. А разговаривать о том, что там, как все это работает на Амазоне, все равно все домыслы. И в конечном итоге, в любом случае, покупки будут все диктовать. А не полезные действия, не Facebook лайки, там, Twitter лайки, там, корзина или вишлисты. Все это будет убираться просто-напросто на данный момент. Раньше вишлистов, я помню, когда в октябре сам сидел, долбил, мне достаточно был низкочастотник вывести там 50 действий. А в конечном итоге, вот сейчас на данный момент получается, тупо надо 500 действий сделать. Или там, я не знаю, 5000 действий. То есть будут просто нивелироваться эти данные, и одни полезные действия будут меньше стоить, чем другие. Но самое серьезное полезное действие – это обычная покупка органическая. Манипулируем это органической покупкой или нет, это уже другая история. Вот. Из-за этого вот в этом направлении двигаемся. Я сейчас на данный момент вижу два направления в органических покупках. Это люди, которые предоставляют, так скажем, оптом сервис. Вот. И люди, которые именно поштучно покупают. Ну, там, один, два, три, то есть для себя домой привезти, там, я не знаю, на дропе там продать, перепродать. Ну, у всех разные потребности, кому как нравится. И получается такая история, что надо, как бы мне кажется, вот я пытаюсь сейчас с крупными пообщаться, потому что люди индивидуальные, которые этим занимаются, это их личное дело, там зарабатывают они деньги какие-то, это личное дело каждого. Вот, из-за этого сделали группу, формат, в принципе, я думаю, рабочий, должно все работать, вот, но есть люди, которым нужны там сотни отзывов, но он не будет человек сидеть и долбить, там, в группе там кого-то контролировать. Ему нужна услуга. Человек, который будет отвечать за выкупы, ну и за отзывы, за все остальное. Хотела обратить внимание. Отзывы не печатают на 100% органически. То есть у вас сделали верифай выкуп, точнее, у вас сделали выкуп органический, и вам на 100% обязаны отзыв написать. Не обязаны никто. Вам обязаны отчитаться за ордер. Просто меня в последнее время очень часто жаловаться начали. Что вот мне там, я там 5 аж отзывов заказал, и мне только 3 написали, или 10 заказал, а мне только 6 написали. Мы в лайвах уже 100 раз об этом говорили, что Amazon с этим борется. Аккаунты бывает банятся. Человека там, покупателя, который может записать. Аккаунт бывает просто не пропускает и так далее. То есть вам должны отчитаться обязательно за ордер, и вам должны отчитаться обязательно, если не прошел отзыв, ну, какой-то скрин. То есть, что вот там Amazon написал, там отзыв ваш не проходит. Все. Никто вам ничего не обязан больше. Потому что это просто невозможно гарантировать. Это Amazon. Он сегодня разрешит, завтра не разрешит. Аккаунты банят людей и там ревьюеры топ-1000 там и так далее. Всех подряд банят. Вот, открывает, закрывает возможность. Из-за этого второй момент. Не забывайте. Выкупы, в первую очередь, лично для меня, когда вот это вот разговоры и сидят там, считают на калькуляторе, сколько им отзывов там напечатали. Вот. Выкупы, в первую очередь, это продвижение. Я лично их двигаю через вот это вот. Через выкупы. То есть оптимизирую листинг под выкупы и таким образом двигаюсь. Из-за этого мне никакие вихри, индусы не нужны. Вот. У меня своя стратегия, я ей двигаюсь, я каждый день это контролирую, веду статистику и перенаправляю трафики туда, куда мне надо. Результат меня вполне устраивает из-за этого. Я даже не интересуюсь просто другими какими-то параллельными. Будет что-то простое, я этим займусь. Разбираться в Фейсбуке, как работает, например, там, опять же, внешний трафик любой. Я именно хочу полноценно, то есть именно рекламировать свой товар через Фейсбук продавать, а не задумываться, как мне там перенаправлять лайки и так далее. Но это мое мнение, еще раз говорю. Вот, из-за этого мне даже не, просто неинтересно. Как, и результат есть от других стратегий. Отличный результат даже. Даже не хороший, а отличный. Вот, мне все устраивает. Вот. По поводу того, что не верифай сейчас часто не проходит, еще раз говорю, даже не сильно переживаем. Потому что есть сейчас надежные, нормальные варианты получить неорганические, ну, там, неорганические, не верифай
отзывы, которые практически не удаляются. Реальные. Verify удаляется даже чаще бывает, чем не Verify. Ну, вот такая, такая вот ситуация на данный момент. Все может поменяться. Но на данный момент эта ситуация идет. Я помню, с Владимиром Джетером мы по этому поводу разговаривали, по-моему, чуть ли не в октябре месяце. Я с ним спорил, убеждал, что рано или поздно. Ну, январь это точно. Вот, когда у меня удалял Amazon моим по купонам 300 отзывов с моего товара старого. Просто 300 отзывов взяли, убрали. То есть у них правило поменялось в октябре. Отзывы болтались до середины января, по-моему. И в январе взяли там 200 или 300, я уж не помню. Просто как корова слезнула и все. То есть Amazon таким макаром работает. То есть у них правило меняется, они задним числом умудряются убрать. Единственное, я удивляюсь, почему не убрали бренд-регистр и все остальное задним числом. Ну, наверное, какие-то там есть. Но вот отзывы, которые я получал через раздачу купона, мне все убрали. Из-за этого, сами понимаете, почему я по купонам даже не смотрю на них. Даже в ту сторону не смотрю, потому что сегодня у вас работает, завтра работает, а послезавтра не будет работать. Запросто может быть, потому что есть привязка. Только раздать, что подняли ключи. Понятно. Где рекомендуете, Леонид, где рекомендую раздачу? Ну, в любом случае, позвоните мне на Skype. А так у нас есть в любом случае группа по ревью. Есть люди, которые этим занимаются в тех же группах. То есть напишите, скидывайте. Я единственное прошу в группе по ревью, что вы все прячете свой товар, я не пойму. Ну, удобно же, когда человеку надо, они не будут вам плюсики ставить. Неужели вам не лень столько времени тратить на перебор? Потому что многие ставят плюсики и потом отказываются. Вот. И, например, если у вас дорогой товар, хороший, ну да, я вижу, уже многие больше информации дают, некоторые уже с фотографиями. Не давайте только прямую ссылку на свой товар, потому что вы убьете трафик. Просто покажите, какой у вас товар. Да хоть из Гугла возьмите. Что я там продаю, я не знаю, диффузеры, ё-моё. Ну, блин, такой секрет вообще, такой секретный товар. Никто вообще его не знает. Или там, я не знаю, или что там. Банданы Бипс там, или еще что-то. То есть, как правило, все одни и тем же торгуют, не переживайте. Ну вот, уж есть на что посмотреть. Так, Антон, а что скажешь за тему про 21 отзыв? Слушай, если больше 20, то лучше листинг двигается вперед. Ха. Ну, есть, короче, во-первых, стратегия, еще раз говорю, 100 раз повторяю и повторю еще раз, только работает комплексно. Эффективно работает только комплексно. Все остальное нормально не работает. Вот, то есть, если вы сделаете просто классный листинг, он не будет работать. Если вы сделаете только классную PPC отстройку, она просто не будет работать. Ну, так, как могла бы работать. Пускай будет работать, но она, если бы вы сделали все классно, начиная с выбора товара, пускай он будет просто нормальным товаром. Главное не лохануться. Ну, то есть, не влететь в такой товар. То есть, вот для меня лично нет идеальных товаров. Вот, я могу сказать сейчас, вот мы несколько товаров запустили, больше 40 продаж уже показывает там за скоб, например, в 2 раза меньше. Я не знаю почему. То есть у нас продаж по 80, а он показывает 40. У нас продаж по там 40-50, а он показывает 20-25. То есть, ну я не знаю. Ну это, конечно, приятная неожиданность. Вот, но в любом случае это так. Может быть, он усредненный показывает, из-за этого тормозит. Может быть, еще что-то. Вот, по поводу 21. Ну вот есть такое понимание. Есть, во-первых, раздача через последовательное, то есть одинаковое количество. А есть раздача, когда вы делаете волной. Вот волна, если посчитаете, 1, 1, 3... 5, 8, 13. Вот посчитайте, сколько будет. Так, значит... Ай, 31, не 20. Я не знаю, что такое 21. 21, 21, не знаю. То есть, вот если по Фибоначчи, то есть получается 31 раздача. Вот. И кто-то 3, 5, 7 раздает. Кому как нравится. Ну вот. Опять надо управлять своим листингом, надо понимать, куда лить трафик, или будет опять слить просто бюджет. Вот. Так что не просто раздача. Просто раздача, она работает неэффективно. Вот. Если раздавать очень аккуратно, четко и продуманно, надо это понимать, как делать просто. Это то же самое, что я, например, полгода назад вообще не понимал, зачем Амзова, например, ну, такие вот трекеры. То есть я сначала воспринимал так, потом так, потом так. А сейчас у меня это основной инструмент. Хоть он и тормозит на сутки, пускай даже. Пускай он там, ну, не на сутки, там, на полсуток тормозит и так далее, там, тормозит, так сказать. В любом случае, мне... Привет. Вот. В любом случае, мне достаточно элементарных вот этих действий. Да, сейчас, когда много становится на листинге товаров, еще интересно, какие товары продаются. То есть у нас два вопроса. С какого ключа продажа и какие товары продаются. То есть по товарным осадкам смотреть как бы не очень удобно. Вот. Так что вот такая вот история. Так, давайте вопросы, что дальше?
Если есть вопросы, давайте. Пока отвечу как раз. Сегодня нет никакой темы, сегодня обо всем и ни о чем. Я не занимаюсь продвижением для других, Дмитрий. Я просто, как бы это правильно сказать, вот сверху, если вам не трудно, в этой группе есть пост. Точнее, не пост даже, а возьмем шапку. Здесь вот написано, чем мы занимаемся, недавно изменил, там, консультируем Amazon продавцов, помогаем с выбором нового товара и поставщика, комплексно запускаем товары на Amazon, помогаем перезапустить старые товары, как раз про Асин я говорил, в том числе. Пишем SEO-листинги, ревью делаем, verify, не verify, торговые марки, помогаем регистрировать, патент пендинг, проверять, ну и так далее. С патентами то же самое. Вот чем на данный момент мы занимаемся. Я сейчас убрал продвижение в топ, ну его просто не работает. Что-то еще там убрал, уже не помню. Ну вот по факту, то есть там все написано. Я не вижу смысла просто как-то, то есть я не знаю, как сформулировать, как продвигать. То есть мы просто консультируем, какие полезные действия сделать для того, чтобы товар лучше продавался. Желательно начать с самого начала, но очень многие люди к нам приходят с плохими товарами, вот, и потом мы там сливаем, пытаемся каким-то образом это слить. Бывает получается, бывает нет, это факт. Работать не так просто. В любом случае, параллельно мы помогаем и запускать товар. То есть у нас никаких ограничений нет. То есть можно и со старым работать, и с новым работать. То есть вот мы и занимаемся консультацией. Да, очень много людей по статистике, я не знаю, ну, процентов 30, наверное, 40, которые у нас вот так по чуть-чуть, повторно, так скажем, покупают наши консультации, и мы, соответственно, месяцами работаем. Есть такая большая достаточно часть людей, ну, наверное, значит, устраивает качество работы. Я такой, по крайней мере, вывод делаю, потому что если плохой, бы два раза не платили. Мы специально разделили наши платежи на много частей. То есть если человеку нравится, он заплатил и делает столько, сколько ему нужно. Берет время столько, сколько ему нужно нашего и своего. Так, в группе ревью писать, так, значит, Вадим, писать в группе ревью со своего аккаунта, с Facebook или слева, так как Amazon в группах запустил поиск и потом удаляет отзыв. Да, в любом случае, конечно, конечно, никто не ограничивает этим заниматься. Я не знаю, мне кажется, если уж такие они крутые, действительно, они могут там и определить нас, наверное, по левому адресу. Ну, я сомневаюсь, что такая жесть идет, вот честно могу сказать, очень сомневаюсь. Вот, но перестраховаться так само хуже не будет. Хотите, я уже много раз писал, просто даже я не об Амазоне думаю, а о том, что просто, ну, не хотелось бы, чтобы вас просто знали, каким вы товаром занимаетесь. Ну, зачем? Какая в этом необходимость? Надо два аккаунта иметь, никакой проблемы в этом нет, на Фейсбуке сделали там. Вот, и раздаете просто фактически товар. Просто с фотографией это удобнее, есть описание, есть фотографии, есть цена. Люди понимают, что они будут брать, и к вам реально больше людей обратятся. Или, по крайней мере, обратятся те люди, которые действительно этот товар нужен. Вот, а не такая вот, будете просто время, просто реально. Это как мы товар с Китая заказываем. Я тоже первый товар занимался вот этим выбором. А, вот так, а напечатать мне приват-лейбл, я $100 заплатил, мне прислали там мой там город, там, я посмотрел, принял решение, еще и несколько образцов прислали. А сейчас в Китае привезли и без торговой марки, без там трейдмарк, грубо говоря, посредники посмотрели, видео сняли или показали в реальном времени, мы выбили поставщиков, они там по-быстрому за день, за два провели переговоры, если адекватные поставщики, все нормально, деньги оплатили, пошла работа. Товар произвели полностью, приехали, проверили его, с торговой маркой, все, потому что я еще ни разу не сталкивался с ситуацией, когда я выбрал завод, или там мои, те люди, которые консультируем, выбрали завод, и потом им плохо нанесли торговую. Ну, ни разу я с таким не сталкивался. Или уж
Сделали дрянь, так сделали. То есть, если уж все плохо, то все плохо. Но если все нормально, то торговая марка всегда наносится нормально. У меня, по крайней мере, по опыту. Из-за этого нам произвели товар уже с торговой маркой. Мы из партии берем там пару штук, например, отправляем фотографу. Одну или две штуки отправляем вот этого товара. А все, ну, мало ли там, что случится. Помнут, сломается. Вот, а все остальное отправляем в Америку. Все. Ну, если с Америкой работаем. То есть никаких таких вот вещей, там, время, деньги. Из-за этого запуск товара то же самое. Когда вот эти вот постепенно убираем подарки, постепенно убираем какие-то сложные коробки и все остальное, потому что время, деньги. Очень бывает часто, что просто мы не успеваем. Вот, или какие-то еще нюансы. Но опять же, у всех стратегия своя. У меня вот есть товарищ, он вот только вчера об этом рассказывал, как важно сделать коробки. Как важно сделать это. Ну, реально, если человеку нравится это, каждый делает свое. Единственное, я могу сказать по поводу того, что мне кажется, те же премиальные коробки или упаковка, или там еще что-то, все хорошо к месту. Если ты торгуешь какими-нибудь кошельками, я ненавижу, даже на фотографиях обработанных, дрянь она есть дрянь. Ну, просто полный, я не знаю. И неважно, брелок ты туда положишь, там, кольца какие-нибудь или еще что-нибудь, она все равно дрянью останется. Ну вот, из-за этого я... Но в любом случае, туда коробка есть смысл, потому что ее можно как бы все-таки подарить. А если ты будешь торговать, даже носки можно, даже какой-то еще, а будешь торговать какими-нибудь товарами, связанными, которые нельзя подарить, ну, я не знаю, там, рулон туалетной бумаги, например. Ну, какой смысл его в эту класть? Или какой-нибудь расходник, или там 1000 гвоздей, там, я не знаю. Вот ему надо. Ему нужна прочная упаковка, а не подарочная. За это все относительно. А, так, значит, есть результаты поломки листинга и перезапуска его. Да, есть результаты. Результат хороший. А, человеку за 2 часа все переделали, перетащили на новый осин, перетащили в придачу еще и все отзывы. И осталось 2 листинга. Не знаю, это хорошо или плохо, но на данный момент вот такая ситуация. То есть продажи гипотетически должны идти с 2 листингов. Посмотрим, что дальше будет. Такой Франкенштейн получился у нас. Так. Нет, недавно вещаем, всего 20 минут. Какая раздача лучше? Волнами или плавно? На основном листинге. Смысл опять один. Чем более у вас сложный подход, тем лучше. Я продвигаю одновременно и не верифай, и верифай выкупами. По низко жирным частотникам я выкупаю волнами, ой, выкупаю понемножку. От одного там, до трех, например. И так долго-долго-долго, то есть там бюджет закинул 30, там, 50 выкупов, грубо говоря, не знаю, какой бюджет смотря, какая товар, какая партия, потому что я закладываю 10%, как правило, на любую партию, то есть 1000, я 100 штук, значит, планирую раздавать постепенно, не за раз, ну вот, постепенно. Но бывает, надо срочно это сделать по разным причинам, бывает, надо медленно это делать, чтобы эффективнее, вот, а потом, позже, я уже запускаю волны, то есть у меня нет или то, или то, ну вот, из-за этого вот так. Нет, я не знаю, там с одинаковыми ценами. Все вот просто задублировали, перенесли новый листинг. Там даже кипы не работают. На старом листинге все есть, как бы мы не понимаем. То есть у нас такой первый раз получилось. Вот, то есть в любом случае акцент ставим на то, что все получилось, нормально перевели за 2 часа и с отзывами. Никаких проблем не было. Но просто остался еще и старый листинг болтать. Может его удалит Amazon, может еще что-то будет, я не знаю. Так, Юрий, когда Verify заказывать буду, можно писать описание ключевиками 1-2 штуки. Я не знаю, я не пишу никакие ключевики, я так сильно не загоняюсь. Вот, то есть честно могу сказать. И по ключам не захожу, когда пишу отзывы. Так, расскажите больше про помощь на старте с оплаты за месяц. Это консультация. Ну, больше рассказывать, ну, позвоните в скайп, я думаю, многим это может быть неинтересно. А так, что мы? Есть много инструментов, есть видосы, есть база и личные консультации постоянные, мы на связи. То есть любые вопросы, вам не надо там дергаться, прыгать, не надо видео смотреть особо, не надо там, есть кому позвонить и задать любые вопросы. Вот. Но есть, естественно, и база, в любом случае, чтобы не повторяться одно и то же, есть вещи, которых ни у кого нет вообще. Есть, например, такая вещь, что вот я говорю, я веду таблицу со своими
так скажем, статистики, таблицы ведем по товарам, которые хорошо продаются на Амазоне. От этого оттолкнуться легче, и вы тратите не месяц на поиск там 50-100 товаров, а вы получаете их там 800 за раз. Там, за сколько вы их сможете переварить, за столько и сможете, 2, 3 дня, 4. И вы поймете, что на Амазоне хорошо продается. Потом будете давать нам эти варианты, мы будем обсуждать их вместе. Мы не отсылаем куда-то, кому-то и говорят да, да, нет, нет и так далее. Мы обсуждаем все вместе. Моя задача, чтобы у вас был навык, чтобы вы понимали, как мы размышляем и как вы будете размышлять. Естественно, вы будете по-другому размышлять, и, ну, в любом случае у вас должна быть технология. У нас, то есть, и помощь на старте. Мы полностью консультируем от начала до конца, от А до Я, как угодно. В продажах, в выборе товара. Просто есть вещи, которые, например, те же эти самые, как их называется, амазоновские продажи и выбор товара – это одно, а, например, Китай – это другое совсем. А то, что база, Юрий, это дело не в базе. На самом деле, я просто на нее убил практически уже год. У меня статистика, например, я сейчас могу посмотреть товары, как они будут продаваться в октябре месяце. Ну вот, там правильно ключевые запросы. В принципе, я постоянно что-то добавляю, что-то новое находим. Опять же, работаем над этим, но в любом случае это не база товаров, это именно база всех товаров, которые хорошо продаются на Амазоне. То есть вот люди приходят и практически, я не знаю, но очень редко бывает, что там такого товара нет. И если там такого товара нет, должна быть просто причина. То есть я поработал, просто прорабатывал несколько раз все департаменты просто прошел. И проходим мы это 2 раза в год. То есть это перед летним сезоном и перед зимним сезоном. То есть это апрель, я вот в этом году сделал. Ну, в следующем, наверное, вот октябрь буду делать. Потому что, как с ресерчем, ошибки делают люди в январе и феврале. Они смотрят остаточные продажи зимой. А товар привозит уже весну, им нужен летний товар. Потому что в межсезонье оно все равно не так продается. В основном продается или летний, или зимний товар. Нет осенних и весенних товаров, ну, в таком понимании. То есть есть для меня лично четкая грань – это зимние товары и летние товары. А все остальное – это подготовительная часть или уже на спад. Вот. И вот я каждый раз вот этим занимаюсь. Рискованно продавать более-менее уникальный товар с моей формой и дизайнами. Или лучше брать товары более похожие на другие, если опыт продвижения нестандартных товаров. Оксана, надо все рассматривать индивидуально. Есть тема такая, что ваш товар как-то называется. У него есть в любом случае какой-то ключевой запрос. Ну, то есть, я не знаю, у вас ложка или вилка там не с тремя, не с четырьмя там вот этими, а с десятью, например. То есть какая-то уникальная. Или ножницы там, как там вроде лук режут там, или еще что-то такое вы действительно придумали. Во-первых, с этими придумками ноу-хау лучше, конечно, на какой-нибудь Kickstarter идти. Это больше для изобретения, для таких вот вещей, в которые вы вкладываете всю душу и так далее. А я к товарам отношусь как торгаш простой. Есть сейчас на данный момент тема. Я могу на нем заработать. На скорострельном товаре должна быть бешеная маржа, потому что очень много вкладываешь и должен быстро заработать. А на длинных товарах я вкладываю, соответственно, в долгую вкладываюсь. Из-за этого мне интересны цифры, а не сам товар. В первую очередь для меня интересны цифры. Потом уже товар. Вот, если цифры меня устраивают по размеру товара, по марже в первую очередь, размеры там, я не знаю, функционал какой, такие вещи, то да. А уникальный товар, какой бы он ни был, если он вообще такого товара на Амазоне нет, ну, я не знаю, надо об этом разговаривать. Если товар вы просто значительно улучшили тот, который есть, неважно какой, надо посмотреть, какие там у этого товара потенциальные вопросы. То есть, опять же, обычные цифры – это емкость рынка с бюджетом, это тренд Google и маржа. То есть это на Алибабе узнали, какие закупочные цены с доставкой. Все. Все везде подгоняется под одну и ту же гребенку. Никаких там сложностей нет. Но если вы идете на Amazon с товаром, который там не востребован, это, да, действительно большой риск. Мое мнение такое. Так, Олег, добрый день. Товары многих приват-лейблов продаются дропшипперам на eBay. Почему бы не предлагать этим дропшипперам цену минус фи Амазона, так как мы и так все держим Макс цену на Амазоне, они еще накидывают на eBay, где, по идее, должна быть дешевле. Короче, вероятность хорошей цены минимальная. Какие мысли по этому поводу? Мысли отличные. Вы двигаетесь в нужном направлении. Мы это все делаем. Я общался с ребятами, у которых там самая крупная группа по eBay, там русскоговорящая.
уже туда человек 10, там, я не знаю, 20 уже отправил. Вот, все это просчитано. Действительно сложно все это сделать. И скидки, поймите, если мы отправлять будем через Фи Амазона, мы заплатим вот эти там с 15 долларов, 5 долларов. eBay тоже еще сдерет с нас денег. И получается, нам продавать надо вообще там очень дешево, практически всегда в минус, чтобы торговать по цене Амазона. И чтобы еще дропшипперу было это интересно, чтобы он нас брал. Потому что самая идея замечательная в том, чтобы не раздавать на раздачу. Например, мы раздаем, просто мы там товар за 15 долларов. Мы даем человеку 15 долларов, он его покупает. Но в лучшем случае мы его уценим до 9,99 и сэкономим на фи. Вот. А идеальный вариант, если мы будем продавать тем же ebay-шникам, давать ключи, по которым они будут покупать, отчитаться по ордерам и нам продвигать так товары. Это самое лучшее органически, опять же, продажи. Мы туда двигаемся. По цене проблемы и вопрос возможности тех же дропшипперов или тех же людей, которые на eBay хорошо продают. Вот. Я как бы паузу сейчас сделал, мы пообщались, туда накидываю людей, смотрю на результат. Ну вот, так что, так скажем, дураки мыслят одинаково. Вот. Так что работаем, работаем над этим, конечно. Общаемся. Если у вас есть какие-то очень мощные eBay продавцы, давайте тоже. Но пока не получается. Пока Amazon качает, а на eBay, ну, я не вижу, мне, по крайней мере, не рассказывают, что там все замечательно. Но там на eBay можно продавать все-таки забаненные товары, пытаться там по патентам, торговым маркам, пытаться. И можно, конечно, эти, как их звать, в любом случае, вот именно двигать ключи. То есть есть там тот же продвижение через Facebook, есть вот такая тема через eBay, то есть давать им ключи, они будут покупать. Но это все в теории, как правило, хорошо работает, на практике не всегда. Так, Юрий, интересно. Может, чтобы консультировал один человек, закрепить? Я не понял. Можно, чтобы консультировал один человек, закрепить? Я не понимаю, о чем, Юрий, поясните, пожалуйста. Если вы про наши консультации, мы это делаем вдвоем. У меня есть напарник, мы вдвоем этим занимаемся. У него тоже обширный опыт, много чего знает, и он у него совершенно другая. Ну, мы как бы по смыслу похожи, но опыт и работает он по-другому, делает другие. То есть, чтобы взгляд был со стороны. Был ли случай? Дмитрий спрашивает, был ли случай, когда листинг Amazon удалял, если листинг долго находится на вауте. Я такого не слышал. Это надо в группу написать. У меня такого опыта нет. Я предлагаю консультации, но мы этим занимаемся. Я их не предлагаю, я ими занимаюсь уже давно. То есть, если интересно, обращайтесь. Если интересно, то есть никаких проблем нет. У нас уже там под 100 людей прошло по этому поводу. Так что есть уже какое-то мини-сообщество, конечно, не чита другим, но в любом случае мы работаем не на массовость, на качество больше стараемся. Ну, а там как не мне судить по результатам. То есть есть люди однозначно, у кого получилось. Основная масса действительно, наверное, у кого не получилось, что где-то что-то просто не дожали. Я не вижу проблем на данный момент вообще, в принципе, торговать на Амазоне. Вообще не вижу проблем. Продавать вообще проблем нет. Вопрос бюджета, вливай бюджет и будешь продавать. Ну вот, поддерживай свой товар, продвигай свой товар. Есть способы достаточно простых, ничего там сложного нет. Проблема зарабатывать, потому что вот эти затраты, которые вы тратите, вы должны их оправдывать чем-то. А чем мы можем оправдать? Только маржой. Маржой, оборотом, соответственно, надо выбирать товары, на которых можно хорошо зарабатывать. Но это мое представление, я так двигаюсь. Вот. Плюс, опять же, надо понимать, капитал у людей разный, и каждый работает по-разному. А человек, у которого там несколько сотен тысяч долларов он вкладывает, он не будет работать с товарами с оборотом там 5-10 тысяч долларов в месяц. Просто, ну, крыша съедет, столько товаров работать. Это нанимать людей надо, за этим всем следить и так далее. Вот, то есть мы решаем задачи по мере поступления. Вот у меня сейчас моя самая основная задача, помимо, естественно, внутреннего трафика Амазона, оптимизировать, продолжать его, улучшать каким способом, это внешний трафик. Я очень. То есть это опять обучение. То есть это совершенно новое. Из-за этого я ищу людей и опять же обращаюсь, если есть такие специалисты, которые там серьезно соображают Инстаграм, Фейсбук, там что у нас, Пинтерест, Google там и так далее, который хочет реально попробовать свои силы на американском
рынке. Давайте звоните, обращайтесь, будем думать, как это можно применить. Все это постепенно, не сразу, естественно, но в любом случае тема для меня очень важная и очень интересная. Ну вот, то есть это глобально. То есть я по Амазону уже примерно представление имею какое-то, вот, и, соответственно, это просто улучшаю. Теперь, соответственно, о плане развития я именно вижу развитие внешних факторов. То есть это внешний трафик, это именно сайты, может быть, начало с конструкторов, потом переход на свой сайт, это туда заливание трафиков, это продвижение бренда. Мне интересно глобально, из-за этого я никогда не занимался дропом, онлайн-арбитражом, точнее, онлайн-арбитражом я всю жизнь занимался. Онлайн-арбитраж и обычная оптовая торговля, только не онлайн. Вот, из-за этого мне уже все это обрыгло давно. Хочется что-то свое создать. Вполне возможно, что от начала торговых марок, может быть, на какие-то действительно вещи, может быть, и разработки и так далее. Вывозить с той же России проблематично, но идеи вывозить из России нет проблем. Вот, у нас такая страна. То есть что-то действительно ценное и дорогое вывести легко, а что-то бестолковое и массовое вывести тяжело. Вот, и получается такая история, что, в принципе, я вот двигаюсь туда. Я двигался до этого, Европа меня интересовала. Сейчас немножко я остыл по этому поводу. Ну, то есть вот Европа или сайт. То есть вот на данный момент не говорю, что надо запускать, надо уже там работать, туда деньги вливать. А я говорю именно по обучению. Ну, Shopify, там их много всяких. Просто можно начать с них, а можно потом сделать уже собственный сайт, чтобы не платить им деньги. Потому что есть другие площадки, конкурирующие, более дешевые. Вот, мы вот, есть люди, которые уже там практикуются, вполне возможно, тоже запустим какие-то консультации по этому поводу запуска именно внешнего сайта. Ну, еще раз говорю, внешний сайт, написать его, да делать нечего. Ну, просто денег заплати побольше, получишь лучший сайт, поменьше, имей хуже сайт. Заплати Shopify, там, ежемесячно, там, говорят, за 40 минут можно отличный сайт сделать. Со всеми привязками, со всеми интеграциями и так далее. Вот, но самое главное, это создать вот именно трафик откуда гнать. Опять же, деньгами там не решишь. На Амазоне деньги, везде деньги. Вот, из-за этого надо создавать эти группы, общения. И я стремлюсь именно к расширению ассортимента. То есть у меня сейчас на данный момент прям три серьезных направления, вот, которые мы сейчас собираемся, то есть три, получается, сайта. Потому что многие говорят, что лучше сайты все-таки мононаправленности, они такие универсальные. Там отклик лучше. Вот, и я как бы на это вот нацелен, и мне это очень интересно. По Вихрю 2 я уже сказал в начале. Вот, мне это, в принципе, вообще не было интересно. Сегодня, пообщавшись с Игорем, как бы договорились на четверг, он расскажет более подробно, я не знаю. Я у него сразу именно по этому поводу спросил, надо было просто до того, как запускать, можно было здесь это рассказать. Было бы понимание. А все остальное, может быть, вполне возможно, недопонимание. Многие пишут, что у них получается. Вот, ну и отлично. Отлично. Я просто говорю, я не загоняюсь по поводу продвижения. И когда мы продавали услугу, я просто продавал продукт. Именно там, пускай это индусы, пускай это кто угодно. Если это востребованная услуга, она качественная, я за нее отвечаю, то да. Вот у нас был негативный опыт, я чуть поторопился. Многие, думаю, слышали, видели, не буду говорить про кого. Вот, тоже посты люди пишут, там нет возврата денег, когда люди пишут посты, что 100% там поднятие 100 ключей, 100% возврат, и потом ничего не возвращает, и просто парит мозг. Ну, блин, ты когда пишешь, ты думаешь, наверное, должен же думать и отвечать. Я, в принципе, с этими ребятами, я не знаю, в течение недели, наверное, разбежались и перекрестился, и слава богу. Потому что для меня лично это полная неадекватность. Вот. Но некоторые люди вот вперлись, так скажем. В любом случае, я уж не знаю, там, сложно мне что-либо сказать. Но больше это и при условии, что я ничего не я гарантирую в одном случае, когда оплачивать лично мне. Вот, к сожалению, других вариантов нет. Вот. А когда оплачивать другим, ну, я ничего не могу сказать. Я единственное сделал, совершил ошибку, что от своего имени написал. Ну, там, сколько он висел, этот пост, там, я не знаю, там, несколько дней, неделю. Ну, вот, я его сразу же удалил. И они меня просто, ну, попросили. Вот, я как-то наивная душа, ё-моё, от своего имени написал этот пост. Вот, но потом постарался максимально быстро его убрать, потому что, ну, непонятная тема, короче. Так, дальше. Мононаправленный сайт, ну, например, вы занимаетесь там, я не знаю, фильтрацией воды. И у вас, например, там для туристов, или товары для туристов, там фильтрация воды, или вообще просто для туристов, для рыбаков.
для там детей игрушки, например, какие-то там товары для музыкальные товары. Ну, то есть вот такие, то есть зашел тебе там музыкальные товары, товары для охотника там и так далее. Вот это как бы, мне кажется, не так эффективно будет. Вот. Так, Александр, привет. В планах сделается лендинг еще до запуска продукта, протестировать этот продукт в лендинге, то есть пообещать бонусы и собрать первого покупателя, который обеспечит органику начально и после запуска, если на примере какой-то аффилейт, кто в этом разбирается, очень нужен. Короче, мы так делали один раз. То есть мы делали разные варианты. Точнее, не я делал, а мои знакомые. Лендинг загоняли Facebook и Google. Ничего не сработало вообще. Было ужасно. И делали предзаказ. В Facebook размещали именно лендинг и делали именно предзаказ на товар. То есть давали, например, ну, какой-нибудь Samsung там и так далее. То есть там до 50% скидка. То есть предзаказ, там оформляйте туда-сюда, загоняли на лендинг. Нифига, ничего не сработало. То есть пока я говорю, мы что-то делаем не так. Вот и все. Из-за этого действительно нужны спецы. Я не хочу все уметь сам, но хотелось бы поучиться у кого-нибудь. Вот, я просто на Amazon убил 1,5 года, и вот такой, так скажем, и не только я, с кем я общаюсь, кого я знаю, в принципе, думаю, многие согласятся. То есть тот год был, это вообще просто какой-то трэш. Вот, и в этот год, вот первый год, я, то есть, я считаю, что я на Амазоне как раз вразумительно начинаю что-то такое понимать и думать. Вот, то есть в этом году я должен на продаже просто начинать зарабатывать нормально. Вот и все. Если я все правильно понял. И, соответственно, уже делать выводы на следующий год уже там по-другому как-то работать. Вот. А тот год это был именно год вот сбора информации. Предупреждение 65 на странице. Опасно, что посоветуюсь. Я не знаю, что это такое. Дальше. Александр понял, потому и хочу найти спеца по этой теме, чтобы не смог пробовать. Ну, там реально, кто делал, это тоже были спецы, к сожалению. То есть это не просто так вот взяли, тоже реально спецы там они делали, но не получилось. Я из-за этого говорю, что меня немножко смущает, когда спецы Гугла, Фейсбук и так далее лезут там PPC заниматься и так далее. Там, я не знаю, там еще куда-то там, какие-то там продвижения, там, я не знаю, SEO, может быть. Вот, ё-моё, если специалист, я вот по продажам, я продажами хочу заниматься. Я не хочу заниматься SEO, я не хочу заниматься фотографией, я не хочу заниматься логистикой, я хочу заниматься выбором товара и продавать его, и все. Больше ничего не хочу. Если я могу в чем-то помочь, быть полезен, ну почему бы и нет? Если у меня будет большое количество товаров, не будет времени, однозначно я не смогу просто помочь. Вот и все. То есть на данный момент пока еще есть время, я вот занимаюсь лайвами и всем остальным. Если не будет этого времени, я просто на свое место посажу помощника, наверное, кого-то, кого буду считать достойным в этом отношении. Ну, или помощника, или партнера, неважно, как это назвать. Вот и все. То есть тут все нормально. Есть время, я умею распределять время. Вот, а тот не умеет время распределять. Но в любом случае, до поры до времени. Один раз пробовали? Да много раз пробовали. А, вы имеете в виду? Нет, до этого много раз ребята пробовали, они мне сказали, то есть, готова услуга. Хорошо, давайте попробуем, уже мне покажите. Показали, все отлично. Вот, так что в этом отношении такая вот история. Я имею в виду про осины, смена осинов. Тем более, еще раз говорю, по поводу осинов, по поводу любых вообще услуг, которые предоставляю я непосредственно. Мы всегда возвращаем деньги. Деньги у меня, я за них отвечаю. Когда мне их пересылают, естественно, то есть я за них отвечаю. Из-за этого, если вам осин не поменяют, если какие-то будут проблемы, деньги я вам верну. Ребятам я оплачу после выполнения работы. Вот и все. А, это первый момент. Второй момент. Еще раз говорю, здесь может быть, а вот если там нас там забанят и так далее. Но нет таких прецедентов, ну то есть и прецедентов, во-первых, нет, и во-вторых, потому что они до этого уже делали, и во-вторых, сама тема, в любом случае, как они объясняют, там ничего такого нет. Вот я говорю, у меня также осин, просто Amazon это делал, у меня просто скидывал с моего осина и ничего. Никто не поперхнулся и извините не сказал. Так что это у них обычное дело. Так, Юрий, там сайт на пошел, там товар специфичный, там еще что-то, разные факторы. Да, нет, Юрий, и понятное дело, что в любом случае вариантов очень много, я не спорю. Так, Александр, большой бюджет слил.
в течение прошлого трешевого года, я так понимаю, прошлого года. Да небольшой бюджет. Я, наверное, правильно стратегию выбрал. Я зашел, если, конечно, прошлого года. В прошлом году я полгода готовился, наверное, к этому действию. Потом, значит, запустил товар, наворотил кучу ошибок. Ну, то есть вот эти именно элементарные. То есть ничего глобального, а вот, так скажем, понемножку набежала офигенная гора просто вот этих ошибок. И самое важное, даже не то, что ошибки, а я не знал то, что, в принципе, можно было их исправить, скорректировать. Я просто суетился. Я не знал просто, на что, причины следственной связи, что сколько, сколько надо ждать PPC результата, сколько надо, какой бит ставить. Я помню, здесь суетился и писал там. Раньше же ни групп, ничего не было. Вот июль, если взять того года, вот, я запустился 1 июля. Не было вообще нигде. Вот я в группе I'm the Empire там пытался что-то писать, и мне никто ничего не отвечал. Или отвечали раз там в сутки. Вот. Вот такая раньше была, такое было сообщество мощное. Даже спросить некого было. У меня просто не был импорт. Представьте, я оставил бит 5 долларов на товар 15-долларовый. 5 долларов у меня ни разу бюджет не истратился. Там двое суток у меня такой бюджет стоял. То есть, ну просто бред. Я не знал, что делать. Вообще, у кого спросить? Потому что все те друзья, которых я сейчас знаю, которые тут там что-то консультируют, рассказывают, помогают, они такие же были, как и я, зеленые, основная масса. То есть это вот знания наработаны за год. Ну вот, кто-то больше, естественно, кто-то меньше. Но я их не знал в тот момент. То есть вот в июле я еще их не знал. То есть я вот познакомился со многими людьми, наверное, только где-то в августе, наверное. То есть вот такая активная моя деятельность. Просто я сидел, у меня нет аккаунтов из... Ну вообще в социальных сетях я не социальный человек, мне это не нравится, неинтересно. Вот, и получалось, что мне просто себя пришлось ломать, лазить по вот этим группам, искать, знакомиться со всеми подряд вообще, просто писать привет там. Не хотел бы ли ты пообщаться, поделиться опытом? Кто-то слал, кто-то не слал, с кем-то вот подружились, вот там, например, с Валентином по фотографии, мы до сих пор дружим. То есть и работаем, и товар же вообще запустили не один. Вот, и в стадии запуска, запусков, запусков, запусков. Вот. Это вот мы там познакомились, он вот и здесь сейчас ни с кем не общается. То есть, а мне пришлось, я как-то разогнался и так и остался здесь. А его как тут не было, так и нет. Ну вот, то есть люди разные, и очень многие люди просто не социальные, им это не интересно. Вот, то есть, или интересно, когда вот им припрет. А бюджет какой был? Да, бюджет у меня был на один товар просто. Я не собирался платить ни за какие курсы, потому что мне это непонятен формат. Я, кстати, интересовался, я даже звонил, переписывался. Переписывался, звонил с одним из, так скажем, курсоводов. Я имею в виду, там девочки сидели на телефоне, отвечали какой-то бред. В конечном итоге я понял, что это точно тема не моя. То есть я еще как-то так сомневался. Вот, там узнавал, общался, то есть качал, так скажем. Ну, когда я понял, что это бестолковый барьер, которому сказали там, принимай капусту, ё-моё, и все. Я понял, что и обучение, в принципе, скорее всего, такое же и будет. То есть будешь как, ну, то есть не мой формат, и мне спросить не у кого, смотреть и видосами там, наслаждаться, мне как не моя тема. Вот, я плюнул и решил эти деньги, ну, то есть мне и не было на самом деле денег свободных, и рисковать тоже непонятно. И при условии, что я очень подозрительно ко всему этому относился, потому что я только пришел, несколько лет там в хайпах сидел, там одно кидало вокруг, то и гляди, кто тебя опрокинет. А про Amazon узнал вообще по Infinity. То есть это еще из последних таких, которые так обращал внимание. Уж 100 лет этим не занимаюсь, но в любом случае. Многие там и Леврус, и Суперкопилки, и Боссафт, и так далее, еще до сих пор помню. Ну вот, и получается так, что просто деньги вложил в товар и решил, что по ходу пьесы разберусь. В принципе, не разобрался. И понял, что одного товара будет недостаточно. Я на нем просто экспериментировал, и эти эксперименты потом, когда познакомились с людьми, просто помогали и внедряли в другие товары, чужие. И вот на них я и долбил, долбил, долбил десятками, десятками просто. Общался по телефону. Вот сейчас на данный момент мы за деньги, мне люди меньше звонят, чем раньше бесплатно. То есть сейчас я более свободен, чем раньше мне звонили бесплатно. То есть я просто, ну, бесконечно. То есть просто сел, вот, я не знаю, полгода и из скайпа не вылазил. Сейчас полгода как-то вылазил, но не так. То есть в любом случае полегче. Вот так вот.
И вот только с этого года начинаем, разумеется, понимание появилось какое-то, и начинаем выстраивать определенные уже такие серьезные стратегии. Мы вот с начала года курс свой организовали по консультации вот в феврале, в середине февраля, потихонечку людям помогаем. До этого я просто индивидуально по чуть-чуть помогал там людям, да и все. Какие еще вопросы есть? Вроде все пришло. Как часто редактируете буллеты и тайтл? Да, ну от многих факторов зависит на самом деле. В первую очередь от индексации. Если не индексируется, тогда, соответственно, мы их и делаем. Если говорить про старт, то после первой волны. То есть я вначале просто делаю вот этот листинг свой и ничего не трогаю, не проверяю индексацию. Когда я все сделал, выстроил, определил, сделал первую волну, после первой волны оптимизирую листинг, запускаю дальнейшие продвижения, анализируем, там, смотрим, куда дальше лид трафик. Вот, то есть там вторую волну запускаем. А потом уже, когда там я на какой-то период времени проходит, но периодически раз в месяц проверять индексацию хотя бы раз в 2 недели. Ну, как не лень, понимаете, если у вас будет 100 товаров, я не знаю, вот там раз в месяц в лучшем случае. А если у вас всего один, да какая разница, можно раз в неделю проверить. Я вот честно могу сказать, до сих пор сижу и постоянно смотрю, сколько у меня продаж прошло. Вот сейчас вот зайду, смотрю, у меня там на одном аккаунте есть там сейчас продажи или нет. Вот с мамой интересно. Ну вот, только вот запустили товар, там, я не знаю, 10 дней. Мне интересно. Я потому что это как вот игра. Так, 15 продаж пока. Ну, в любом случае, неплохо. Вот. Это в любом случае. Плюс, кстати, я забываю говорить. Мы же, у нас просто подход, вот эти консультации, все остальное, мы тоже создаем сообщество. У нас есть закрытая группа, мы в ней общаемся, я там создаю скайп-чат. У нас уже в скайп-чат народ не влазит раз в недельный. Сейчас вот думаем, какие там комнаты вебинарные покупать, или вот там сейчас на хэнгаусы их переключаю. Потому что раз в неделю мы там все общаемся, задаем вопросы там, то есть голосом. А, наверное, людям тоже, опять же, интересно, раз все больше и больше там людей. Потом мы запускаем товары в цвет. Выбираем, запускаем, и люди помимо своего товара, выбора товара и всего остального, что мы там консультируем, они видят на нашем примере, что происходит с товарами. С самого начала видео записываем, отчитываемся, показываем все репорты, вообще все подряд. Любые вопросы, какие есть, на все отвечаем. И, естественно, показываем. Вот, просто здесь, естественно, смысла нет эти товары показывать, но просто это бред будет. Тогда нас точно добьют этой конверсии, и мы там... Всем, наверное, будет интересно. А на самом деле там, ну, неинтересно ничего особенного. Обычный товар берешь и запускаешь, берешь и запускаешь, берешь и запускаешь. Какие-то получишь, какие-то нет. Делай просто качественно, хорошо, можно ошибиться. В первую очередь ошибки. Вот у меня сейчас один из учеников отлично, ну, хорошо запустился, и его за торговую марку забанили. Вот, из-за этого сейчас как раз там выстраиваем, надо будет ему по торговой марке как раз тоже вот по осину. Кстати, его заблокировали, надо будет ему сказать. Вполне возможно, надо предложить просто перекинуть товар на другой осин, доторговать. Ну, то есть его забанили осин. Вот, какой-то негодяй написал, что у него похоже. Он в Amazon пишет, что не похоже, Amazon говорит, дайте нам торговую марку свою, зарегистрированную. Зарегистрированную торговую марку не может, то есть мы думаем его вывести, завести, наклейки наклеить, ну и так далее. За торговую марку просто похоже торговая марка, какой-то негодяй в Amazon пожаловал, что его торговая марка похожа на... Соответственно, на его торговую марку. Все, у него какие-то есть документы и так далее. Все, его забанили насмерть. Вот, и мы уже хорошие продажи было, все классно. С чего ради он там показалось, то есть как, на каком основании. Amazon не хочет вообще вникать в эти моменты. То есть он считает, что мы должны сами решать. Юристов нанимать, на правообладателей выходить и так далее. То есть ну такая вот политика, чтобы на них в суд никто не подал. Вот, вот сейчас, кстати, Асим... Что-то мне из головы вылетело. Ну, как раз вот ему сейчас напишу после лайва обязательно. Расскажу, как это работает. Вполне возможно, чтобы продажи шли. Сделаем фотографию, изменим. Может быть, хотя бы часть продукции исправим, скинем, а потом просто поменяем, да и все. Так, значит. Да, ее ждать не полгода, а в основном говорят там 9-12 месяцев. А кто полгода говорит, в основном это обманывает. Ну, не знаю, посмотрим.
Когда, как, наверное. Я не являюсь человеком, который занимается торговой маркой. У меня есть юрист, который у нашей компании как бы этим всем занимается. Вот. И торговая марка... Вот вообще для меня лично самое геморройное вот эта вещь – торговые марки, патенты и сертификация. Вот. Это просто вот самый-самый подлый такой момент. И не забывайте, Amazon кишит нечестной конкуренцией. Есть куча организаций, которые, я не знаю, на негативе заточены. То есть у них задача одна – прекратить наши продажи. Любыми способами, на день, на сутки, на месяц. Прокатят навсегда, отлично вообще. То есть они будут в ладоши лопать, такое ощущение. Вот, вот такой вот бизнес. Из-за этого многие проверяют торговую марку на наличие, на похожесть и так далее, и заведомо правильно делают. Мы, кстати, товар в группе запустили, не проверили. И потом в срочном порядке, то есть мы успели его слить очень быстро, то есть у нас там, я не помню, там за 3 недели мы 500 штук продали. Вот, и вот сейчас в аутостоке сидим и ждем, когда приедет. И у нас был неправильный бренд, то есть мы сейчас фотографии поменяли, все поменяли, ждем как бы, сам, следующая поставка уже будет с другим. И если все нормально, мы подаем тоже сразу на торговую марку на регистрацию. Ну, короче, профессионализм растет, риски растут, конкуренция растет, все растет, как обычно. Но самое главное, самое приятное, что и продажи есть, то есть это классно. Так, Игорь, я планирую по чуть-чуть начинать смотреть в сторону ПЛ. Но я только вижу ваше видео по сути. А есть какие-то группы у вас и бесплатны ли они, чтобы с ПЛ ознакомиться про ваши услуги, больше узнать? Ну, во-первых, Игорь, в любом случае, чтобы больше узнать, наверное, проще позвонить мне и голову не забивать. Вот, и все услуги, и все какие моменты, я всегда на связи. Если меня на связи нет, отпишусь. Скайп мой SDN64, так что никаких проблем с этим нет. Вот. Есть таблица инструментов, там есть написано, что мы делаем. Групп полно, все они открыты. У нас есть просто одна только закрытая группа, это вот наша группа по консультациям. Все, больше никаких таких особых групп нет. По поводу информации в интернете, ну, YouTube, наверное. Есть в YouTube много информации. Какая она информация? Ну, для меня лично сомнительная. Мне кажется, основная масса... Я просто давно не смотрел, может быть, что-то поменялось, новички что-то полезное дают. Но те раньше видосы, которые были, это больше именно маркетинговые какие-то видео, заманухи так называемые, воронки продаж, не знаю, как их назвать. И второе, это просто там какие-то неадекватные видосы, которые сильно не помогут и больше заблуждений ведут. И не забывайте всегда, на Амазоне правила меняются очень быстро, и информация устаревает, моя в том числе. То есть через месяц вполне возможно все, что я сейчас говорил, с тем же осином, с тем же вихрем и всем остальным будет неактуально просто. Так, следующий вопрос. Строчка на странице в описании продукта. Калифорния, резидент, клик here for. Пропоршен 65 ворнинг. Внутри предупреждение. Этот продукт содержит химические вещества, известные государству Калифорния, чтобы вызвать рак и врожденные дефекты или другой репродуктивный вред. Я об этом. Если не в курсе, снова в поддержку тебя, значит. Короче, ладно. Смысл такой, что хазматы, куча всяких таких вот моментов. Вот пока не столкнешься, не знаешь. Я вот честно могу сказать, стараясь мимо таких товаров ходить, мы сталкивались с хазматами. Ну вот, а это магниты в основном. С горем пополам их решали, кого я консультирую. Но я реально в этом не спец. То есть я не юрист, я не знаю. Это ничего там сложного нет, просто у кого есть опыт с этим бороться, как это бороться, это все решаемо. То есть, но банят за все подряд. За подделки. У меня, еще раз говорю, самый показательный вариант это, когда моего знакомого просто забанили, у него был приват лейбл и был бренд регистри. Ему написали, что у вас подделка. И он только смог восстановить свой аккаунт через месяц с юристом, после кучи писем, после того, как только подал на пендинг, на торговую марку. Вот. И, точнее, не на пендинг, а на регистрацию. То есть она у него была в пендинге. Вот. Только после этого его открыли. Но это бред, просто это Amazon. Я не знаю, какой-то, может, индус неграмотный, ничего не понял, взял его и забанил. Какая подделка, если человек вообще всем владеет? На тот момент бренд-регистр для Amazon был показатель как торговый марк на самом деле. И ничего не обломали, взяли, забанили, да и все. То есть, ну,
Нельзя, то есть нет там такого, что вот жесткие правила есть, мы четко в них играем. Вообще такого нет. То есть я знаю людей, которые просто какие-то вещи хотят сделать, и они по несколько раз, прям через каждые 5 минут в поддержку звонят, и им один не делает, другой думает, а третий делает. Прям вот каждые 5 минут. И неважно, тикеты они открывают, там, или еще что-то, и говорят, что мы вам срочно, вы отдадим какую-то группу. Вот у меня была проблема, не мог верифицировать аккаунт. Сутки потерял. Вот, конечно, в итоге на следующие сутки более поздно ночью позвонил. Вот, наверное, может быть, на адекватную попался, может, американец попался, не знаю, повезло мне. И человек мне просто дал ссылку, и я все нормально сделал. А до этого мне ссылку не давали, мне говорят, вот там, я говорю, дай мне на верификацию аккаунта. Я отдал какую-то там команду, которая там, и ничего, команда, сутки прошло, конь не валялся. Так что так. Что еще? Вопросики, вопросики есть? Ну, я меняю. Бывает, ставят на листинге ограничения. Бывает все по-разному. Опять же, бывают проблемы в программе, может быть, или какие-то там вам галки поставили, что вы какой-то нехороший продавец, и у вас есть ограничения. А так, да, менять можно постоянно. Я постоянно меняю. Даже без бренд-регистра никаких проблем нет. Ну, вестерном я пользуюсь, Олег. Кто из посредников PayPal лучше? Я не знаю вообще. Я даже не знаю, зачем вы их использовать будете. То есть, куда, для чего они вам PayPal там. Я и PayPal, и вестерном пользуюсь. Есть MoneyGram, Золотая Корона, ну и так далее. А раньше, когда хайпом занимался, Pair, Perfect Money, там, что там, их там куча просто. Бери, не хочу, какие хочешь. Ни с одним проблем не было у меня. Были бы деньги только. Чтобы заказать волну, что для этого надо? Да ничего, просто должен человек, который может на себя взять такие обязательства. А вы ему перечисляете за услугу, там, я не знаю, там 5-6 долларов, и перечисляете и стоимость товара. Ну, плюс осин, естественно, ссылка на свой товар, там, storefront у вас или по заданию, как вам угодно. И все. То есть, если надо, обращайтесь, конечно. Ну, так, в любом случае. Я занимаюсь просто не верифай отзывами, а есть люди, которые у нас занимаются именно верифай отзывами. Ну, вот последний товар я за 8 дней 80 штук раздал. Ну, я понял, я понимаю, что почему PayPal. Я так и подумал, там у нас в каждой стране там все по-своему. У вас зато PayPal можно привязать к Пионеру, из Пионера оплачивать. А с PayPal можно оплачивать. Ну, короче, я не знаю, я не в Украине там. Мне кажется, тут ребят много с Украины, основная масса. Вот, они, думаю, подскажут, как лучше сделать. Там, в Молдавии кто-то, я знаю, регистрирует. Все по-разному. Кому конкретно обращаться? Да, ну, ко мне обратитесь, я вас там сведу. Вообще, по отзывам обращайтесь к Сергею. Вот, ревьюер, он там таблица инструментов, раздел услуги, может быть, опять же, кто-то не знает, я не знаю. Сейчас я скину в чат. Ну вот, так что...
Раздел услуги, берите к ревью Сергея, обращайтесь. Я единственное, сейчас ему вот человека дам, который волны вот эти запускает. То есть все мои связи, все у него. То есть я всех знакомых, всех, кого только знаю, и отдельных людей, которые живут там и учатся у нас, и тех людей, которые оптом занимаются, то есть предоставляют услуги. Он у нас просто занимается верифицированным в нашей команде. Я занимаюсь не верифаем, вот, он занимается этим. Чтобы кому не верифай нужен, ну, все условия такие же, все стандартно. Ну, вот, так что просто нужен файл у нас, что там, отзыв на, вы должны написать сами, заголовок должны написать сами, и осин. Никаких сторфронтов, ничего, или осин, или ссылка на товар простая. Ну, вот, потому что мы просто только вставляем. Отзыв ваш листинг. Для чего они нужны, например, могу сказать, пока никто не спрашивает, для того, чтобы, например, на старте у меня все товары уже сразу с отзывами висят. То есть там 10-20 отзывов на старте – полезная вещь. Верифай, потому что потянется в лучшем случае дней через 7-10. То есть вы, получается, 7-10 дней будете просто без отзывов. Ну, так что имейте в виду. И потом для массы увеличительной, там, для всего остального, еще раз повторяю, люди, которые вам делают вот эти вот оптовые закупки, да даже отдельные люди, неважно. Вот, вы можете с них требовать только ордер, что они сделали реальный выкуп и написали вам ордер номер. И второй момент, соответственно, если отзыв есть, то скрин на отзыв. Если Amazon запрещает с этого аккаунта сделать отзыв, они скрин делают на то, что там есть запретительные вот эти вот вещи. По отзывам верифай, мы в любом случае выкупы делаем, верифай не идут. Не верифай, они просто приходят сразу мгновенно, ну там в течение дня, суток. А верифай, они придут к вам дней через 10. То есть при старте у вас заведомо конкурентное или преимущество, или недостаток. Из-за этого не верифай очень полезная вещь. Это 100%. Я вот уже не юзал, я говорю, очень долго я упирался, и, ну, человек я такой. То есть я пока 100 раз не перепроверю, я сам, мне не нравится все, я ни во что не верю. Вот, попробовал, был неправ, хорошо работает, вот, мне все устраивает. Да, когда еще продаж не было, даже когда еще товар, можно, он там, листинг висит, можно делать, все что угодно. Ну, я стараюсь очень аккуратно это делать, то есть по 2-3 отзыва, когда я уже листинг, фотографии повесил, и товар уже вот к Амазону подходит. Или на Амазоне уже лежит, он там в резерве, так скажем, или еще что-то. То есть за 2-3 дня можно накидать как раз там 10-20 отзывов без проблем. По Fibonacci ставим Verify. Это волну, если запускать Fibonacci. Ну, можно. 1, 1, 3, 5, 8, 13. Но больше я не знаю, кто там закидывал. Я, вот честно, 13 ни разу не раздавал. То есть я до 8 останавливался. Последнее. Ну, можно волну и покороче сделать 3, 5, 7, например. Ну вот, но еще раз говорю, все хорошо, любое продвижение хорошо, когда оно сбалансировано. Вот, когда у вас целый комплекс за этих самых инструментов. И когда некоторые инструменты не срабатывают, например, мы добавляем другими инструментами. Вот, из-за этого я не люблю, когда разговоры идут об одном и том же тупом продвижении в топ. Это очень, очень убого, мягко говоря. И многие уже столкнулись с этим, и многие вылетали на первую страницу, падали вниз и так далее, и так далее, и все равно одно и то же. И вот эти вот надоело уже, вот это писанина в группе, о том, что кто что сказал, кто что там подумал, кто как, а вот так надо было, а так не надо было. Да ё-моё, мы здесь в группе пишем, что хотим. Главное, чтобы не было оскорблений, вот, таких в цвет, ну, то есть личных, и не было левой рекламы. Ну, вообще рекламы желательно, это самое, неконтролируемые. Потому что я стараюсь, кто бы даже выставляет рекламу, хотя бы мне хоть позвонили бы для приличия. Просто сказали, объяснили, что делают они. Я за рекламу денег не беру никогда ни с кого. Вот, если можно на какую-то услугу продвигать, я с удовольствием также на этом буду зарабатывать. Мы для этого здесь все и организовались. Если она качественная, для этого надо ее проверить. А просто так все запускать тоже смысла нет. А те люди, которые... И еще прошу отзывы, не пишите в эту главную группу. Есть специальная группа по отзывам. Отзывы пролайкать, продизлайкать, там, я не знаю, написать. Есть специально для этого группа создана. Там 2500 лайков. Там она
целенаправленно сидят люди по этому вопросу. Не надо. В большой группе мы и так не можем ничего толком найти, потому что все уходит в никуда. Ну вот, а мне сил нет заниматься еще там корректировками, там, выстроение, как это группу делать. Я даже честно могу сказать, я не знаю. Как разобраться не могу, как мультигруппу сделать, чтобы сверху были все группы из нашей. Сейчас дам. Но опять же, таблица инструментов. Вот посмотрите, есть ссылка на таблицу инструментов. Здесь есть все группы. Просто если нажмете, я, конечно, сейчас скину ссылку на группу, но в любом случае все группы есть. Вот в этой таблице инструментов. Ну, вот там конкретно люди сидят. И делают ревью и так далее, и так далее. Вот. А реклама, ну вот честно могу сказать, есть несколько пониманий для меня рекламы. Я, может быть, где-то ошибаюсь, но есть момент первый. Во-первых, когда человек приходит в группу и хочет заработать денег, вот, ничего для этого не сделав. Ни для группы, ни для меня, ни для кого вообще. Вот, я считаю, это как-то неправильно. Ну, или должен за рекламу платить деньги тогда. Ну, в какой рации? А вот эти вот люди, которые залетают, я считаю, просто невоспитанные такие или просто, ну, как и сказать, спамеры. Вот, то есть они просто фигачат, я их просто блокирую насмерть, да и все. Вот, есть люди, которые адекватно, наоборот, обращаются, но, например, я этой темой не занимаюсь, в этом не разбираюсь. Естественно, я основной массе просто разрешаю, пожалуйста, рекламируй, но без фанатизма, то есть не было что-то такого там уж совсем. С утра до ночи только один пост висел. Вот, и есть третья группа, это где можно что-то замутить, то есть мне продвигать, проверить, гарантировать и также заработать какую-то копейку. То есть я ничего за этим зазорного не вижу. Вот, и еще есть момент, это скрытая реклама, которая тоже раздражает. Вот, потому что здесь дураков нет, я могу постоянно напоминать об одном и том же. Вот, это и называется скрытая реклама. Зонтичная реклама, скрытая реклама. Постоянно напоминает там то, сё. Мне реально это не нравится. Вот. Тем более, если бы действительно был такой уж, я не знаю, вопрос злободневный. Вот. Но это как бы... Я с этого ничего не зарабатываю. Мои друзья не зарабатывают. Зарабатывают какие-то люди, которые мне как бы это самое... Ну, никак. Вот. Из-за этого зачем мне вообще вот эта вся суета? Мне она не нужна, я честно могу сказать. Я не вижу в этом ничего зазорного. Я же не рекламирую там свои услуги. Вот. И из-за этого я к этому достаточно скептически отношусь. Если меня никто меня не можете понять, ну что сделать? Да, таблица очень полезная. Это вот я в сухом остатке что набрал. Самое полезное вроде оставил. Вот, единственное, я сейчас туда буду добавлять еще ревьюеров планирую. Но мы планируем ближайшее. Ну, не знаю, я уже с несколькими договорился ревьюерами и хочу собрать, и кто видео смотрит, кто занимается ревью, там, ну, хотя бы там может там 10, 20, 30 ревью сделать, напишите мне в личку, пожалуйста. Я хочу просто сделать лайв, собрать всех вот этих вот товарищей, чтобы они рассказали, какие сложности, какие там... Хотим сделать правила игры общие. Вот, кто будет неадекватно, не соблюдать эти правила, мы просто их будем банить везде. Ну, пускай там они работают по-своему где-нибудь. Вот, чтобы вот это, без кидалово. Ну, в основном ревьюеры американцы, конечно. В основном, потому что сейчас модно касту там прикрыли, так еще были украинцы. Но в основном это Америка. Опять же, американцы русскоговорящие, основная масса. Не всегда. Но, думаю, как минимум 50%. А то и больше. Вот, и из-за этого хочу вот собрать всех ревьюеров, чтобы действительно не то, что там со всех оброк собирать, а именно просто собраться и рассказать, какие правила. Потому что вот возникают проблемы, кто заказывает ревью, недопонимает. Есть люди, которые заплатят 3 копейки и начинают требовать, как будто, я не знаю, там, должен по гроб жизни ему почку отдать свою за то, что они мне там заказали 5 ревью, вот, и все в этом роде, там, когда, скорее, быстрее, там, и так далее. Но это вы уже заказываете у людей. Я вам могу сказать, Юрий, по поводу того, что американские фамилии и все остальное. Если у людей есть, они вам сделают. Если нет, они вам скажут, извините, мы вам не сделаем. И вот у меня, например, по ревьюерам, если вы думаете, что их неограниченное количество, глубоко ошибаетесь. У меня, например, если там всех объединить, но ну, не знаю,
Ну, 100, ну, 150 я могу набрать. С рандомом, со всеми делами. И все. А если вы будете выбирать, ну, получите вы 10 ревьюеров с американскими фамилиями. Вот и все. Если вас это устраивает, вам нужны обязательно американские фамилии. Мне наплевать, например. Мне даже наплевать, ну, не наплевать, конечно, но мне не принципиально, напишут они ревью или нет. Так уж прям совсем. То есть меня отчитались, но не получил, забанили аккаунт. Я, может, неправильно выразился, но я не загоняюсь по поводу выкупов, что я делаю это ради ревью. Я делаю это ради для продвижения. Вот. А если вы делаете, вам нужно ревью, ну, сделайте не верифай 100 штук, да и все. Ну, у меня люди заказывают по 500 штук. Да, на несколько товаров, на несколько аккаунтов. И там за месяц, за два у людей там под 100, по 200 отзывов. И все, и они не удаляются, там, работают месяцами, там. Ну, сами видели, там, у Владимира уже сколько времени у людей отзывы висят. Если были бы негативные, я же их не удаляю. Вот, и также и у нас все то же самое. Все работаем одним и тем же, в одних и тех же местах, не переживайте. Вот и все, просто все работает. И если вам нужно большое количество отзывов, да без проблем. И верифай, не верифай, это разные вещи. Вот. Когда мы делаем выкупы, мы делаем органику, искусственную органику. Искусственную органику мы по ней индексируемся в Амазоне. Вот что наша цель. А верифай отзывы, они больше нужны точечно. Когда надо негатив закрыть, когда надо еще какие-то действия сделать, я даже не знаю. Ну, негатив в первую очередь закрыть. Просто чтобы они в принципе были, так скажем. Потому что бывает установлено на верифай, и получается, что телефон открыл, а там 10 негативных отзывов верифай. Это, конечно, беда. Из-за этого здесь надо тоже внимательно обращать внимание, что у нас там по верифай. Должно быть баланс нормальный. Но по количеству, когда визуально на начальном этапе принимается решение класснуть на нас, в листинге, там достаточно именно качество звезд, там 4,5, 4,9, 4,8 и количество. Посмотрели, вот долго стоит, далеко не каждый будет сидеть там и смотреть, как ваш там, я не знаю, простейший товар за 10 долларов, как он работает. Ну, люди написали, значит нормально, там он давно, у них же нет ни там кипы, у них нет никаких приложений, просто тупо заходит и покупает, и все. Так, давайте последний объем вопросов пишем, тогда я на них отвечу и пойду. Думаю, на сегодня достаточно. Однозначно, качество отзывов, Юрий, влияет сильно на качество продаж. Это говорит о том, что когда вы заходите в листинг своего товара, и там будет тайтл, будет фотографии, description, очень большое значение имеют вопросы и те отзывы, которые будут на первой странице. Опять же, далеко не все идут дальше. Ну и надо тоже не забывать все проверять на телефоне. Ну вот, потому что все равно основное количество покупок там делается на телефонах. На декстопе все равно не так. Верификацию, как я прошел. Опять же, много нюансов. Я в России, Сбербанк. Сбербанк дает только одну карточку, дает только одну справку за 100 рублей на английском языке. Туда я добавил в Photoshop, я заменил данные паспорта Российской Федерации, добавил паспорт заграничный и добавил номер своей карты. Все. Еще я единственное заказал выписку электронную по карте. И туда еще вот там данные воткнул, особенно где были. Кстати, она на русском. Я в Word пришел файл в Word, я просто в ручном режиме без проблем, без фотошопа все перевел на английский, нашел, где у нас там была оплата на Amazon и сделал скрин. Там же один файл только можно отправить. Скрин на пол страницы у меня был как раз вот эта вот динамика по карте денежная и вот эта справка. Она должна быть синяя с ручка, чтобы синяя было, все было видно. Потому что мы первый раз сделали и не прошло, как ксерокопия. То есть должна быть синяя печать. И заграничный паспорт. Никакого нотариуса, и вообще никаких действий больше не делал. То есть, когда видео и фото, много полезной инфы, в обзоре хорошо заходит товары. Да, все хорошо заходит, Юрий, именно в совокупности. То есть нельзя именно раскидывать по определенным направлениям.
То есть и фотографии должны быть, и видео, и голосовать надо за отзывы, и отминусовывать отзывы, голосовать, что они плохие. И это делать равномерно, а не сразу 100 человек туда пришло и проголосовало. Вот все имеет значение. Даже зайти на листинг надо потусоваться там 2-3 минуты и только потом проголосовать. То, что робот наблюдает за там нашей движением мышки там и всего остального. И прикручивать через заказные верифай. Вполне возможно. Ну, лайки мы не заказываем, просто людей знакомых просим в той же группе, что людям трудно зайти, проминусовать или наоборот, проплюсовать. Ну, за это еще денег никто, я не слышал, что брали. Вот, так что много-много всего. По бюджету, если вот подытожим тогда, значит, вопрос вроде закончились, по бюджету. А, может быть, кто-то не понял, вот я закладываю 10% от партии. То есть, если мне пришло 500, я закладываю 50 раздач искусственных выкупов. Если 1000, то 100. Ну, больше как бы еще не было. Вот, на старте такие вот затраты примерно. Не значит, что их надо все раздать, надо их раздать постепенно. Ни разу я целиком не раздал. Когда 50 закладывал, мне хватило 36. Когда 100 закладывал, мне хватило, по-моему, 75. Ну, около такого. 75-80 раздач. Вот и все. А по не верифая все то же самое. То есть на 550 я заказываю сразу, на 100, на 1100. Вот примерно затраты на старте мне, которые уходят. И через какое-то время, когда вот эти манипуляции мы делаем, мы еще запускаем, соответственно, PPC на автомате. Набирать статистику на маленьком биде. То есть он набирает статистику, где через месяц я к нему возвращаюсь. Опять же, если там хорошие продажи. Те товары, которые я сейчас запускаю, отличные продажи на маленьком биде на автомате. Больше ничего не делаю. Да, инструментов куча. В любом случае, ну это докажется на самом деле, не так уж их и куча, но они есть. Ну вот, ребят как раз лайки, плюсануть и так далее. Так что просто по всем вот этим вот отзывам, всей вот этой бодяге, пожалуйста, пишите в группе Проект X. Она для этого и существует. Вот, чтобы мы просто-напросто помогали друг другу получать отзывы. Бывает, нужно срочно отзывы. У меня вот есть люди, которые прям там сидят, видно, кто-то только сейчас написал, сделаю отзыв. Ну, под каким-то постом. Он заходит, ему предлагает в личку там, привет, не хотел бы ты мне еще отзыв сделать? Ну, давай, давай. То есть обычная работа, как рыбак рыбу ловит, я также написал под своим постом, кого-то ловит. И те, которые по чужим постами что-то пишут, то же самое. Так, ну вроде все. В принципе, полтора часа отбомбил. Думаю, на сегодня достаточно. А в четверг у нас, значит, анонс будет разговор по Вихрю 2. Вот, Игорь расскажет свое понимание, что он продает. Продает он видео, чем оно хорошо и зачем оно нужно. Я постараюсь лайф оживить. Некоторые, правда, меня критикуют, что я влазю все время. Но это, видимо, мой такой подход. По-другому я не умею. Я, так скажем, не люблю диалог, монолог. Точнее, монолог не люблю. Вот, и хочу как-то разбавить, чтобы это было интересно, на мой взгляд. Могу ошибаться, конечно, но что делать? Вот, так что в четверг приходите, будет интересно. Постараюсь я покачать по этому поводу. Вот, потому что у меня мнение есть свое. В любом случае его задам, вопросы какие-то, может, интересные. Может, Игорь нас всех убедит, что это действительно великолепная вещь. И плюс еще у нас, почему мы сегодня это не провели, хотя сегодня по этому поводу общались, потому что хотим набрать больше статистики. То есть будет больше статистики, будет более показательный результат. Это не реклама абсолютно, я не собираюсь ничего рекламировать, с этого я ничего не зарабатываю, и мне, в принципе, это уже обрыгло, если честно. Вот эти все движухи, связанные с деньгами. Ну, вот, потому что, ну, если это реально польза, если это реально хороший инструмент, ну, там, я не знаю, наверное, как-то можно сотрудничать. Вот, и по рефералке, и по всем остальным моментам, может быть. Вот. Но для того, чтобы любым моментом сотрудничать, надо понимать, как работает механизм. Я только так работаю. Вот. Вадим, наверное, ну что, в любом случае, он ко мне сегодня обратился, потому что ему тоже неприятно, я могу понять вот этот вот негатив, который выливается. Вот, хотят отстоять свою точку зрения. Я предоставляю возможность.
Вот, то есть здесь каждый может выступить. Вот любой, вот пишите мне в личку, если у вас есть что сказать, интересно чему-то поделиться. Вот. Я с удовольствием здесь добавлю. Вот, я никого ничего не рекламирую, мне с этого вообще ни копейки не капает, я моему понтов никаких. Вот. Продвижения сейчас другого нет. Продвижений никаких других нет. Если это реально работает, я просто в это не верил. Вот, мне сегодня он пытался убедить, в принципе, отчасти убедил, что работает. Посмотрим на людях. Я доверяю в первую очередь тем людям, которым я знаю, которые не заинтересованы. Вот. Работают, смотрят. Вот, например, там, где мой там товарищ Азамат. Вот Азамату напишу, например, перед четвергом, какой у него результат был. Я его знаю, я ему доверяю. Вот. Соответственно, посмотрим, что, как это будет выглядеть. Вот. Из-за этого, я думаю, у вас будут тоже вопросы. Вот. Сами знаете все цены, все как работает. Наверное, уже где-нибудь кто-то их распродает, эти видосы, наверное, небось. Я не знаю, как это все происходит, я не интересуюсь. Все, думаю, все рассказал, все, что кто хотел, задал вопросы. А в следующий раз опять кого-нибудь не приглашу, опять буду отдуваться за всех. Вот. Всем удачи, всем пока, было очень приятно. До свидания.